И, конечно же, подавать с картофельным пюре. Это очень вкусно. Мясо очень нежное, просто тает во рту. Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим великолепное блюдо. Куриные бедрышки с корицей. 5 штук куриных бедрышек, крупных, весом 1,5 килограмма. Сняла кожицу, хорошо промыла и просушила бумажным полотенцем. Молотая корица, соль, сливки жирностью 10%. 10 грамм молотой корицы. 2 чайные ложки соли без горки. Натираем бедрышки подготовленной смесью с каждой стороны. Перекладываем подготовленные бедрышки в кастрюлю с толстым дном или в утятницу. Заливаем сливками. Накрываем крышкой, ставим на огонь и доводим до кипения. Тушим на слабом огне под закрытой крышкой до готовности. Куриные бедрышки тушились на среднем огне 40 минут. Во время тушения я один раз их перевернула, чтобы они хорошо протушились. Бедрышки получаются очень вкусные, сочные, ароматные. Приготовьте обязательно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарна. Всем пока-пока!